Сбор актива молодежи. День второй. Проснулись еще не все, но работа идет. Эти анкеты через несколько дней будут у организаторов. В них полное описание будущих проектов, написанных или дописанных в стенах лагеря «Дружба». Максим Лаврентьев готовит к защите на Селиасе проект по работе с проблемной молодежью. Я вот написал проект «Дорога жизни». Идея проекта была уже возникла давно, но вот на этом форуме я все-таки решил его дописать, чтобы уже эту проблему нужно решать, хотя бы сократить этот уровень детского алкоголизма. В секции инноваторов изменения. В отличие от дня вчерашнего, аудитория работает на себя. Лектор только слушает и изредка советует. Так изобретатели готовятся к презентациям будущим инвесторам. Задача поставлена именно закритиковать проект, найти в нем слабые места для того, чтобы проект подвергся такому массированному обсуждению и такому обструктивной критике, чтобы автор проекта реально увидел те слабые места и те, может быть, недоработки в проекте, которые существуют, и уже на следующий этап вышел с более продвинутым, проработанным проектом. Студенческие отряды изучают особенности лидерства и методы работы с молодежью. У Юлии Михайловой интерес более чем живой. На ее хрупких плечах серьезная задача – организовать в Астрахани регулярную и масштабную работу в сфере студенческих отрядов. Они рассказывают нам, как правильно оформить договора с заказчиками. Они рассказывают нам, как вести психологическую работу с ребятами, как руководить составом. То есть, ну, в общем, здесь много-много чего можно перенять. Хочу отметить, что нас пригласили на участие в строительный отряд на всероссийскую стройку. Обед, как небольшая передышка, и тайм-аут, чтобы обсудить детали проектов. А для кого-то просто время, когда можно набраться сил. Впереди несколько лекций и закрытие. Те цели, которые мы ставили на этом форуме, они выполнены на 100%. А то заражение проектной деятельностью, оно подтверждается. Ребята, ну, очень приятно видеть, что очень много достаточно новых лиц. А ребята, которые никогда вообще не принимали участие в подобных мероприятиях. Хотелось бы ожидать от тех ребят, которые здесь присутствуют на этом сборе и в целом в регионе одного – быть более активными и быть более нацеленными на результат. И если кто-то благодаря такому форуму сможет понять, чем он хочет заниматься, хотя бы какой-то этап своей жизни, это уже хорошо. Тогда, я думаю, организаторы могут быть довольны собой и тем, что здесь произошло. Сбор актива молодежи закрыт. Впереди несколько месяцев подготовки к презентациям проектов на Селигере и Селиасе. Конечно, не у всех получится так, как хочется, но у каждого положено начало большому делу. Пока-пока. До новых встреч.